Всем привет! Сегодня на обзоре у нас игрушка от фирмы ЦИМА. Это автомат модели P137. Поставляется вот в такой цветной коробке. Здесь есть его краткие характеристики. Длина 715 мм, вес килограмм, дальность стрельбы до 50 метров и скорость заявлена до 95 метров в секунду при использовании шариков весом 0,12 грамм. Так, что у нас в комплекте? В комплекте у нас имитация оптического прицела. Вот там просто сетка, оптики, стекол никаких нет. Крепеж для прицела на планку, набор шариков 6-миллиметровых, лазерный целеуказатель, вот точка появилась на батарейках, и фонарик светит синим светом. Магазин. И непосредственно сама винтовка. Выполнена из пластика. Довольно такой плотный пластик. Приклад с утяжелением. Здесь металлический утяжелитель внутри стоит. Это чувствуется. Приклад съемный. Для этого нужно вот эту кнопочку потянуть на себя. И приклад отсоединяется. Ну, автомат полностью пластиковый. Планки для установки прицела, фонарика. Тут можно фонарик где-то вот так вот устанавливается. Так. Магазин заряжается стандартным. Кнопка сброса магазина с правой стороны, как у всех систем М16 или М4. Взвод. Также оборудовано предохранителем. Значит, предохранитель. Тут есть переключатель, полуавтомат и автомат. Естественно, это спринговая модель однозарядная, поэтому неважно, на какое положение вы поставите. Ну вот, я взвел. Выстрел невозможно произвести. Если ставим, вот производится выстрел. Вот такая игрушка. Как говорится, для начинающих, кто хочет попробовать стрелять, а потом перейти на страйкбольные более профессиональные модели, можно начинать вот с такого. Всем спасибо за внимание. Смотрите, другие обзоры будут еще на другие модели данной фирмы. Всем пока!